Toyota Passo, которая на самом деле Daihatsu Boom. И хотелось бы оторвать руки инженерам этого Daihatsu Boom. Ну и заодно Toyota Passo. В общем, в прошлый раз вот была видяха, да, как вот девочка с заменой, где она там, вон видно его, да, маленечко, картер разнесла. Был вариант все-таки его снять, чего бы машина так задержалась. Стояла она месяц, полтора месяца она в такой позе стояла. Даже нашли, где заварить, от 5000, но ввиду определенных факторов решили такие на замену вот эту штуку вот найти. Нашли в Приморье, месяц искали. Жутко дефицитная вещь. Знаете, сколько стоит? 12, мать его, тысяч рублей, чтобы я так жил. 12 тысяч рублей. И хрен найдешь еще. КГЦ-35. От десятых кузовов не подходит вот из-за вот этого вот вида. Панка туда попадает. Очень с маленьким зазором. Если ставит народ по привалочной плоскости десятые поддоны, то глушак приходится переваривать. Ладно, 30-й, 10-й, фигня. 35-я пасса. Тут свои приколы. Сняли стоечку, суппорт, тормозной диск, проводочки все, ля-ля, тут, чтобы нафиг не мешалось. Зачем? Для замены картера. КГЦ-35. Это значит, что он полноприводный. Снизу, если посмотреть на это чудеса инженерной мысли в кавычках, здесь вот, допустим, к поддону крепится компрессор кондиционера. Ну ладно, хрен с ним, ремень можно приводной снять, компрессор открутить. Два болтика, фигня. Здесь болтики все доступны. Сюрприз сзади. Сюрприз сзади такой, что... Что? Вот там вот есть болтик. И вот там еще один болтик есть. Вот эти два вот болтика на 10 с гаечкой фигня, а вот те вот... Хрен подлезешь, пока не снимешь раздатку. Думал, может, я идиот. Может, что-то я не знаю, не понимаю. Поизучал форумы, тишина. Нашел мануал, почитал. Нет, я не идиот. Так и написано. Снимите раздатку. Раздатку снять, это, соответственно, из коробки жидкость польется. Да? Так ты ее не снимешь, пока не снимешь приводной вал. А его тут снять тоже еще проблема-то оказалась. Всячески монтировочкой пробовал, там выкладкой. Ну, угол не тот, не подлазит вообще никак. Уже изматерился ни в какую. Вот пока вот Special Tool не выпилил, ни хрена. Сюда вот эта штука ставится, и уже монтировочкой можно между корпусом раздатки и этим Special Tool надавить, выскочить. Это еще, может, придется ступичную гайку откручивать. Хотя, может, отойдет и вместе с раздаткой опустится. Еще не пришлось бы кардан скидывать. Тут еще уже снятый кронштейн задней подушки, который тоже, привет инженерам, чудеса какое. Крепится сверху балки. И к точкам крепления этой подушки задней хрен подлезешь, пока балку не опустишь. Вы, мать вашу, инженеры, где обучались? В каком ПТУ? Ладно, сейчас буду снимать вот этот поддон. Ступичную гайку подручными средствами забороть не получилось. Приходится вот так вот. Как пришлось правую ступицу выдернуть, чтобы вытащить вал из раздатки. Он насквозь проходит в коробку. Соответственно, отсюда вот вылилось еще жижи. Наверное, с литр. Ну, из раздатки вроде как ничего не надо сливать. Я так понимаю, что там полость своя, отдельная. Снятая раздатка. Внутри вот шлицы, которые заходят на шлицы вала коробки. И от нее идет уже момент на заднюю ось. А правый приводной вал передний, он заходит насквозь здесь внутрь. Собственно, из-за чего все это дело затеивалось. Эти два вот болта откручены. Ну и все, теперь уже спокойно можно поддон отрывать от герметика. Трехгоршковая литрушечка. Эту литрушечку хозяйка льет Toyota SN 5W30. Ну и, собственно, осталось только теперь обратно поставить вместо вот этого корыта вот это корыто. Ничего в этом интересного уже нет. Контракт и движок, кстати, вот этот 1КР стоит 30 рублей. И 12 за поддон. Охренеть!